Поставлены цилиндры, головы обтянуты. Обтягиваю вот таким ключиком с трещоточкой на 14. Тянул без фанатизма, равномерно, так как они штанами, два цилиндра соединены. Тянул равномерно оба цилиндра. Крест-накрест между цилиндрами, крест-накрест между гайками головок. Все сидит, все гуд. Без лишних соплей. Все прекрасно. Компрессия присутствует. Очень сильная компрессия. Дедушка будет просто рвать из-под себя и метать.